Добро пожаловать в Украину. Новый тренер, новая история для Олимпика. И понятно, короткое время, понятно, идут сборы. И тем не менее, хотелось бы слышать ваше мнение, прежде всего, о игре ваших соперников. И какой футбол будет пропагандировать Донецкий Олимпик в новом сезоне? Thank you very much for the welcome. Спасибо большое за приветствие. Да, у нас всего лишь была неделя сборов. Команда укомплектована примерно на 60%, особенно это касается передней линии. У нас сейчас нету нападающих. И есть над чем работать. Мы будем работать над комплектацией. Очень понравился Днепр сегодня. Много молодых, хороших футболистов. Отличный контроль мяча. В вашей команде есть футболисты, которые знают прекрасно, как работает ваш коллега. Не пытались ли узнать о соперниках? Потому что, ну, действительно, тесный контакт здесь в Днепре всегда и с бывшими игроками. Вот, поэтому, скажем так, разведка у вас работает в каком направлении? Yeah, of course we. Конечно, мы и таким образом собираем информацию, но сейчас мы больше сконцентрированы на своей команде и работаем прежде всего над своей игрой. У нас здесь очень много обсуждают о том, на каких полюсах будет находиться новичок украинской премьер-лиги, имеется в виду СК Днепр-1. Какая задача стоит на сезон все-таки у вас? Это закрепиться за первую шестерку или же этот сезон сбалансировать четко команду во всех линиях? Когда поставить игру, а уже в следующем достигать каких-то высоких целей. С чем вы приехали в Украину с точки зрения результата? Конечно же, мы хотим как можно выше подняться в таблице, оказаться в первой шестерке, но для этого нам предстоит проделать очень тяжелую работу. Но мы будем стараться делать все, что от нас зависит.